Приветствую всех на канале CryptoMax. Это продолжение обзора на SEO-проект Human Coin. Human Coin устанавливает новую эру в благотворительности. Итак, я уже ранее рассказывал про в прошлом своем видеоролике особенности компании и ключевые моменты проекта, но не сказал про самое главное. Это продажи токенов. Итак, поговорим про продажи токенов. Всего будет выделено чуть больше, чем 3 миллиарда монет. Все непроданные токены будут сожжены. Это очень важно. Цена токена 1 цент. Вот. Минимальная покупка составляет 0,1 эфира. 0,1 эфира — это вообще на данный момент очень несерьезная сумма. Так что все могут принять участие, инвестировав в эту компанию. Итак, сейчас находится на этапе пред-ICO, запуск был 1 июля, буквально пару дней назад, и уже собрано более 100 тысяч долларов, и планируют собрать 1 миллион долларов. И я думаю, что они с легкостью это сделают, потому что проект на самом-то деле стоящий. Так, дальше что еще хочу сказать. Основная продажа токенов начнется 15 сентября и продлится до 1 ноября. Тут они хотят собрать минимум 6 миллионов долларов и максимум 26 миллионов долларов. Средства, привлеченные при продаже токена, будут направлены на разработку проекта в 2019 году. Будут дополнительная эмиссия токенов, майнинг, 100% привязка к фактическому объему благотворительных пожертвований, Proof of Charity. Так, что еще хотел сказать. По 3 миллиона уйдет на продажу. 1 миллион фонд развития партнерства, вернее не 1 миллион, а 1000 миллионов, это 1 миллиард. Так, дальше 600 миллионов вознаграждения команды, 50%. Заблокировано смарт-контрактом на 6 месяцев, 50% заблокировано на 12 месяцев. И 600 миллионов вознаграждения адвайзеров и амбассадоров. 500 миллионов расходы на консультантов, подрядчиков и биржи. И 245 миллионов расходы на баунти, аирдроп и реферальную программу. Так, на этапе пред-ICO скидка 50%, то есть бонус. Дальше уже, когда, ну, то есть на данный момент сейчас вы сможете приобретать с 50% бонусом. Это очень здорово, это очень много. Дальше токен сейл будет идти в 3 этапа, и скидки будут постоянно уменьшаться. 35, 20 и 0%. Так, дорожная карта. Также очень важный аспект. До 2019 года. Уже в этом году ожидается разработка платформы и расширение команды, предварительные переговоры с партнером, MVP и многое-многое-многое другое до 2019 года. Так, стратегическое планирование и бюджетирование 2018-2019 года. Также вы сможете все это посмотреть на сайте. И завершу, наверное, этот обзор знакомством с команды, которая работает над данным проектом. Генеральный директор, директор по маркетингу и другие работники этого ICO проекта замечательного. Так, ну и также есть вопросы на самые популярные ответы. Вернее, ответ на самый популярный вопрос, извиняюсь. Так, и напомню вам, чтобы вы ознакомились с white paper. Если вас заинтересует данная компания, ссылку оставлю в описании. Здесь уже более подробная информация. Так, и также еще могу порекомендовать вам ANN. Это на Bitcoin Talk форуме. Здесь можно сказать, слайдовая презентация проекта. Так, и обсуждение также есть там. То есть отзывы людей. Подписывайтесь также на социальные сети. Я уже вам говорил. Twitter, Facebook и Telegram. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.